Российский боксер Эдуард Трояновский защитил звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF и IBO. В титульном бою он не оставил ни единого шанса претенденту из Японии Кейто Абари, завершив поединок техническим нокаутом. Вообще, этот бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже во втором. Несмотря на скоротечность боя, получился очень зрелищным. После разведки стартовой трехминутки, которая, как ни странно, осталась за гостем, Трояновский просто взорвался и в прямом смысле слова вышвырнул соперника из ринга. После тяжелого нокдауна японец, надо отдать ему, конечно же, должное, смог все же вернуться на ринг, и рефери разрешил продолжить поединок. Правда, продлился он недолго. После серии сильнейших ударов Абара, что называется, поплыл, и судья остановил бой, хватит. Впрочем, сам Абара не противился такому решению, как это обычно бывает. Боксер едва держался на ногах и смог дойти до своего угла только в сопровождении секундантов. Абара пришел в себя только в раздевалке. После поединка он пообщался с журналистами и рассказал о своих впечатлениях от поединка. Это был просто сумасшедший бой. Ничего подобного на моей памяти раньше не было. Я долго готовился к этому бою и даже представить не мог, что он закончится именно так. Да, к моему огромному сожалению, я не смог добыть чемпионский пояс. Но это очень хороший опыт для меня и мотивация готовиться еще лучше. Такой результат поединка шокировал даже президента Международной боксерской федерации IBF. Комментируя результаты боя, Дэрил Пиплс подобрал интересное сравнение. Я шокирован тем, что Трояновский нокаутировал Абару уже во втором раунде. Трояновский боксирует как зверь. Он силен, как и все российские боксеры. Но я знаю и Абару, знаю его защиту, поэтому удивлен такому завершению боя. Но Трояновский великолепный чемпион. Мы гордимся, что такой боксер владеет нашим поясом чемпиона мира. Как говорится, people's в шоке. Вообще, эта победа стала для Трояновского 25-й, из которых 22 были одержаны нокаутом. За свою профессиональную карьеру боксер не потерпел ни одного поражения.